сегодня звезде Дома 2 исполнилось 30 лет. Виктория Романице отпраздновала юбилей вместе со своим супругом Антоном Гусевым. Брюнетка в прошлом году отметила день рождения в Италии, а в этот раз прилетела в Сингапур. Именинница и ее муж поселились в Marina Bay Sands, одном из самых дорогих отелей мира с огромным бассейном на крыше. В сутки за проживание в этой гостинице Романице платят 40 тысяч рублей. По словам Виктории, в роскошном отеле все предусмотрено для комфортного отдыха. Уютные номера, спа, прекрасная еда. Супруги наняли гида, который устроит для именинницы праздничный ужин. Отель не дешевый, не каждый может себе позволить проживать в нем. Только на это потратим не менее 500 тысяч рублей. В Сингапуре пробудем 4 дня, далее отправимся на Бали. Мы здесь были недавно, но, увы, не успели позаниматься серфингом. Теперь думаем наверстать упущенное, рассказала звезда реалити-шоу в интервью Star Hit. Брюнетка подсчитала, что весь отдых обойдется ей примерно в 1 000 000 рублей. В ближайшем будущем Виктория также планирует посетить США и побывать на Гранд-Каньоне, в Беверли-Хиллз и Санта-Монике. По словам Романице, она гордится, что к своим годам многого добилась. Люди в большинстве своем переживают не из-за ушедших лет, а из-за того, что мало достигли к определенному периоду времени. Некоторые считают, что родить ребенка достаточно, но потом становится понятно, это не так. Надо развиваться, путешествовать, высказалась брюнетка. 25 января Виктория планирует устроить вечеринку для друзей. Именинница хочет пригласить не менее 40 человек. Антон и Виктория часто ссорятся и даже хотели развестись. Весной прошлого года в их семье произошел очередной скандал. Ранее брюнетка пожалела девушек, зарабатывающих эскортом.